и взглядов участников главного события завтрашнего вечера – поединка в среднем весе! И первым добро пожаловать боец из Омска! Он носит прозвище «Шторм» – Александр Штеренко! 84-200! А вот и его соперник из Махачкалы по прозвищу Торнадо Артур Гусейда. 85-600. Это превышение лимита весовой категории. Начнется предупреждение. И вот она, дуэль взглядов. Шторм против Торнадо. Торнадо против Шторма. Это будет потрясающая рубка, друзья. Не пропустите. Итак, Александр Шторм Шлеменко против Артура Торнадо Гусейнова. Так, уважаемые дамы и господа, завершена дуэль взглядов участников 42-го международного турнира Лиги И.